Сырлығалым Құдетіңе Ғажайып жетір ме баға Асыл әлем Жасыл әлем Тағырыңды Қорғайды махаббат қана Алдымызда арман жол Алдымызда сам белес Жүрегімде аялы армады бәр сол Көңілімде шалқып күй Жүрегімде нұр тонып Махаббат пен сезім мен әлемді шын сүй Сезім сүкіру аламат Бұл жүректегі шапағат Мәңгі әлемді қорғайтын Махаббат тек бәк махаббат Сырлығалым Құдетіңе Ғажайып жетір ме баға Асыл әлем Жасыл әлем Тағырыңды Қорғайды махаббат қана Алдымызда арман жол Алдымызда сан белес Жүрегімде аялы армады бәр сол Көңілімде шалқып күй Жүрегімде нұр тонып Махаббат пен сезім мен әлемді шын сүй Сезім сүкіру ғаламат Бұл жүректегі шапағат Мәңгі әлемді қорғайтын Махаббат тек бәк махаббат Король Тайвана Арман жол, алдымызда сан белес Жүрегімде аялы арманды бәр сол Көңілімді шалқып күй Жүрегімде нұр тонып Махаббат пен сезім мен әлемді шын сүй Жүректегі шапағат Мәңгі әлемді қорғайтын Махаббат тек бәк махаббат Сезім сүкіру ғаламат Бұл жүректегі шапағат Мәңгі әлемді қорғайтын Махаббат тек бәк махаббат Добрый день, дорогие друзья! Сегодня невероятный, замечательный день. Мы стали все свидетелями церемонии бракосочетания Саята и Аиды. Здесь собралось огромное количество замечательных и классных людей, и с каждым из которых мы попытаемся поговорить, пообщаться. Мы приехали сюда ради того, чтобы побывать на свадьбе, конечно же. В первую очередь поздравить их, высказать свое уважение к ним. Вот, и давно их не видели просто. Да. Молодоженам взаимопонимание, взаимоуважение, терпение. Вообще много терпения. Саят. Аида. Любите друг друга. Уважайте друг друга. Ласкайте друг друга. Нам очень все понравилось. Пусть будут счастливы дети. Құрметті Саят пен Аида. Сендер заңды некелеріңізді құттықтаймын. Сендерге зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір. Бақытты болыңдар, жаным. Біз сендерді жақсы көреміз. Восторг невесты, это невозможно показать, это столько волнения. Я кажется, боюсь, сияющему лицу все видно. Одним словом, он мужчина, тот, который... Я абсолютно согласна. А
Аидочка Саят. Мы желаем всего самого, самого наилучшего, чтобы всегда вы путешествовали. Ну, здрасте вам! Огня в жизни, по жизни. Ну, не знаю, каких-то взрывных положительных эмоций. Спасибо. В чем секрет семейного счастья? Любви, в искренности и уважении. Я горжусь своим сыночком. У меня теперь и дочка. Ну как может не понравиться такая вот красавица? Всем желаю счастья. Спасибо. Хотелось бы передать привет Саяту и Аиде и представить, какими они будут через 20 лет. Ну, я вижу Саята такого взрослого, красивого, высокого. Немного полноватого. Полноватого, ну навряд ли. Мужчину Аида просто... С черным поясом по джиу-джитсу. С черным поясом вообще стопудово на классном кабриолете. Рядом бегают трое или четверо детишек. На телефоне, в скайпе постоянно Дана Уайт. Саят, Саят, мне нужны бойцы, помоги мне. У Саята своя организация в Пекине, на Пхукете и в России. В общем, Саят, Аида, еще раз с днем свадьбы. Мы с вами. Богданович. Ура. Молодожены спустя 20 лет. Да, я представляю Саята уже не таким худым. Саят, если ты это видишь, это просто в шутку. Немножко таким полненьким, крупноватым, может быть, даже накачанные мышцы. У него и так накачанные мышцы. Да, ну ты по-любому будешь маленького на шее таскать по пляжам Пхукета. Не знаю, как будет выглядеть Аида, но надеюсь, она останется такой же, какая она есть сейчас. Такой же стройной, красивой. Of course, older, and I guess they will have a son who will do Thai box too with Саят. Early in the morning they will be running next to the beach and looking for Аида and her daughter doing some yoga maybe. And of course, Аида will be so beautiful like she is now and so will be her daughter. And what do you think? Yeah, I think so. I think that maybe they will have more child, so maybe two sons and two girls. So. I don't know. At least we wish them, so. Yeah, I wish they had more than two. Окей. И мы хотим еще раз все вместе, наверное, поздравить вас, Аида и Саят, с таким знаменательным днем. Идите сюда, все вместе. Раз, два, три. Поздравляем! Курка! Somebody's me. I gotta be a man.